Итак, третья серия занята. Сосед хочет высказаться. В этот раз нам предстоит увидеть великую китайскую стену. Сосед снова распускает хвост, пытаясь поухаживать за Ольгой. Тем не менее, дама предпочитает изучать китайскую культуру, а не сомнительные чары соседа. И Вуди постарается, чтобы все так и осталось. Тут у нас 5 монет. Вперед. Джо Уд ТВ представляет, как достать соседа 2 в серии «Занято». О, здорово. Итак. Берем сумку Ольги. Пока она там чавкает чего-то. Это что ты, блин? Есть. Тарелку. Все, забрали. Ядро. Пока там кто этот в сортире сидит. Канистру забираем. Колготки мутим на генератор. Так, спускаемся вниз, пока сосед тут это. Нам надо в туалет сейчас к нему не попасть. А тут можно бежать? Блин, нельзя. О, твою мать. Надо наоборот было через верх идти. Туалет. Так, соус на туалетную бумагу. Где она? Вот это. Угу. Ручку смазываем маслом. Идиот. Так. Что, он свалил отсюда? Нет еще. Он пошел на трибуну. Только как он пойдет? Каким путем? Этим. Валим. Идем, ядро ему сюда подложим, чтобы весело было. Ключ-то его не взяли. Надо гаечным ключом сейчас велосипед раскрутить. Он починил генератор. Так, он идет в туалет. А мы пока ему здесь раскрутим велик. Он вот сюда, по-моему, никогда не заходит. Все, наблюдаем за ним. Сейчас бумажкой покрасит. А, еще с маслом себе выльет на башку. А, нет, вот сейчас вот он попробует ее поднять, и, наверное, что-то у него не получится. А, нет, все, он починил. Так, пошел рубить арбуз сейчас ему. Вибрации это отдаст нормально, наверное. Ну давай, лезь. Я думал, он просто ударит по вибрации пойдет. Ну так тоже клево. Ну иди теперь на велике покатайся. Сейчас как раз у него закипит. Оскар у нас в кармане. Замечательно, все выполнено.